Итак, ребята, вот сегодня наконец-то уже закончились мазы. Наступаем на трактора. Нашел такой вот К-702, вроде как написано на капоте. Не знаю точно, что за модель. Пойдем посмотрим в магазе, что за модель. Так, трактора. Вот он. К-700А. Ну, тут написано А, там 702. Короче, я не сильно разбираюсь в такой моделях, поэтому смотрите сами, как, что правильно, где правильно. Что у него имеется? У него имеется выбор движка 235, 250, 300, 3 двигателя стоят. Вот. По цене, конечно, он ого-го, 185. Но что-то многовато. Наверное, я сейчас, может быть, убавлю или пойдет. Ну, короче, кто хотите, убавьте сами. Там все просто. Ну что, заведем, покатаемся. Напоминаю, ребята, еще раз, что это техника, которую я показываю сейчас с Африка. Вот, она доделана, переделана кем-то, я не знаю. Вот, я когда-то для коллекции собирал, скачивал. Сейчас коллекцию всю раздаю, потому что играю на 19 большинство, но, во-первых, а во-вторых, я уже на них поиграл. Ну, пока мне они не нужны, поэтому, чтобы вы не искали, зрители спрашивают, а где кто, откуда это, вот поэтому заходите, ссылка под видео, можно скачать и покататься, наслаждаться. Скорость у него, скорость, посмотрим какая, скорость у него 35, ребята, идет вам все хорошо. Вот. Все, в принципе, работает. Без проблем. Навеска двигается, видали? Я думаю, что на нем интересно будет пахать, сеять там, что-нибудь перевозить. Так что, ребята, пробуйте, пробуйте. Понравится, оставляйте в колхозах своих. А не понравится, ну, ищите кто-нибудь поинтересней. Все, на этом, ребята, закончу. Побежал искать кто-нибудь и что. До новых встреч!